Новый спортивный зал – это превосходный подарок не только школе номер 12, но и всем детишкам микрорайона «Красное». По предварительным данным, здесь будет заниматься не менее 1000 детей в день. И тем сложнее поверить в эту спортивную сказку, что еще месяц назад зал напоминал большую стройку. Работникам пришлось приложить немало усилий, чтобы выровнять пол, положить специальное покрытие, покрасить стены, по всем ГОСТам и стандартам установить щиты. И вот торжественное открытие. Все, что делается в этом городе, делается для детей. Для нашего будущего, для тех, кто сможет продолжить наше дело и развивать наш город. Большое спасибо, что есть у нас такой социальный партнер, как публичное акционерное общество «Уралкалий». Нетрудно представить восторг учеников, которые впервые перешагнули порог обновленного спортзала. Унылые старые стены и шаткий деревянный пол теперь останется в их воспоминаниях. Все кольца были старые, все помятые. Зал был краской испачкан. И все трещины везде были, все было некрасиво очень. А сегодня? Здесь кольца изменились, пол изменился, все изменилось. Весь зал стал красивым. «Уралкалий» пошел на увеличение расходов для того, чтобы действительно наш спортивный зал был самым современным. Это спортивный зал единственный во всем микрорайоне «Красное», поэтому количество детей, которые получили самые современные условия для занятий спортом, возрастет безусловно. Мы этому очень рады и очень благодарны компании «Уралкалий». Кроме ежедневных уроков физкультуры, здесь будет работать баскетбольная секция. Любимым видом спорта смогут заниматься еще около 100 ребят. Изюминка спортивного зала – фирменное покрытие «Таркет». Оно адаптировано для профессиональных занятий баскетболом. На самом деле на этом покрытии играть очень удобно. Мяч отскакивает, кроссовки не скользят. Но если, конечно, это профессиональные ребята, могут не травмироваться, потому что мягкий пол на самом деле. Ну и обстановка позволяет спокойно тренироваться. На Олимпиаде в Лондоне на таком же покрытии играли профессиональные баскетболисты. Теперь дорогу к Олимпу предстоит прокладывать и соликамским мальчишкам и девчонкам. Проект «Уралкалия» развития баскетбола как массового вида спорта позволяет реализовать спортивные амбиции. Например, всего несколько дней назад из Сербии вернулись игроки команды «Калибаскет». Спортивные сборы прошли успешно. Поездка всем была очень сильно понравилась. Мы играли с сербами, это очень интересный опыт был для нас. Тренировки были хорошие, пробежка была, две тренировки в день, выживание, питание, все было на высшем уровне. Спасибо большое «Уралкалию» за такую поездку. Возможно, такие заграничные турне ждут и тех, кто сегодня впервые прикоснулся к баскетбольному мячу. А созданные условия в обновленном спортзале этому только поспособствуют. На мой взгляд, это самый важный, наверное, спортивный зал, который компания «Уралкалий» открыла в городе в Соликамске. Это уже четвертый спортивный зал, который отремонтирован по баскетбольному проекту. И самое-то главное, что зал открыт в микрорайоне «Красное». Здесь у ребят нет возможности посещать какие-то спортивные или культурные учреждения. Здесь нет мест, где можно заниматься секцией. Именно школа, начальное звено 12-й школы, является местом притяжения всех ребят, всех школьников района. Условия для занятий физкультурой и спортом созданы. Все остальное будет зависеть от усердия самих ребят. Алексей Запутряев, Михаил Беккер, телекомпания «Соль ТВ».